Тут Зурхай на ТВ. Меня зовут Дон Доплома. Сегодня 9 марта, четверг, 17 лунный день. День хороший для людей, родившихся в год тигра, кролика, обезьяны и курицы. В этот день задуманные дела будут получаться легко. Очень хорошо в этот день строить дуган, субурган, почитать три драгоценности, совершать подношения, покупать и продавать вещи, приглашать гостей, собирать своих знакомых и родственников, дарить подарки, а также проводить похороны и поминки. Отправляться в дорогу, исполнится все задуманное. День неблагоприятный для людей, родившихся в год коровы, дракона, овцы и собаки. Не стоит в этот день приводить невестку, отдавать дочь в невесты, заказывать обряд джинцрык. Стрижка волос к улучшению облика. И помните, стоит только поверить, что вы можете, и вы уже на полпути к цели. Абсолютно безопасные, стоит меньше гипсокартона, оперативные установки надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки, линия неба. 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба.